Премьер-министр Чувашии Иван Моторин и министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин в составе делегации ПФО находится в китайской провинции Сычуань. Там проходит форум «Волга-Янцзы». Сотрудничество двух сторон предполагает совместные экономические, образовательные и культурные проекты. В их числе агропарк «Чувашия-Сычуань», ход реализации которого обсуждался в ходе встречи. Кроме этого, в рамках переговоров были затронуты вопросы совместной реализации проектов в области лесного хозяйства и в химической отрасли. Сегодня члены российской делегации приняли участие в заседании круглого стола. Премьер-министр правительства республики выступил с докладом.